Люблю. Кругом позитив. Наш конкурс «Человек» изначально создавался с позиции заботы о комфорте сотрудников. Доброго дня, дорогие глядовцы. Ово е Atomic Heart. У найкрачем советский Bioshock. У još kraćem sovjetski Bioshock Infinite. Ovo je sam početak igre. Dugački interaktivni intro koji odlično setuje ton i daje vam predukus onoga što vas u igri očekuje. Ja ću se truditi da što manje lupetam i da vas pustim da soukujete atmosferu, jer je atmosfera vanserijska. Uključio sam ovaj... ruski audio uz engleske titlove, čisto da vidite kako to zapravo izgleda, jer autori preporučuju da bi igra tako trebala da se igra. Ja sam i delimično igrao tako, pa sam se posle svičao na engleski, zato što... Evo, je dobro tudi kvas. Daj kvas. Spasivo, robot. Inače, ruski audio je malo tiši iz nekog razloga. A dobro, ajde. Da. Vidite kako je zla ličina Kolumbiju iz Bioshock Infinite. Inače, vi razgovarate sa rukavicom, sa nano rukavicom. Ja, хорошо. Что с твоей машиной, Андрей Михайлович? Чего они тебя разбили? Совсем Вовчика распустили. Третьего нас особенно сбоит. Значит, ово игра на PlayStation 5 уз тренутно исключен HDR, да ми нормально снимао. Ja pretpostavljam da ljudi još uvijek ne gledaju YouTube na HDR monitorima. Yet. U HDR-u izgleda bar duplo bolje. Znači, verujte mi. Nu rabotać. Ono što je originalno vez igre je sovjetski setting. Setup nije originalan jer... Ove negativne utopije su već x puta urađene na podjednako kvalitetan način kroz Bioshockove. Inače biti ne moglo. Ja lično razrabatoval eto ustrojstvo. Budi s njej akuratan. Ona važnije, čem može pokazati na prvi vzgled. Tak točno, Dmitri Sergejevič. Zberegu. Dmitri Sergejevič. Ako želite da se prebacite na engleski, morate da odete u glavni meni, to ću pomalo kasno da radim. U vazdušnom portu vas ožidaje automobil Turbina. Vam vse понятно? Понятно, не занудствуй. Я рад, что у вас не возникло вопросов, хотя бы на этот раз. Иди в жопу, сын. Иди на хуй, а? Izlako je lik što išao samo u školu. Konjektivo podključaj. Dajmo. Ako želite da vidite šorku, morat ćete malo da se strpite. Dajmo, ovdje je plehani bend. Плехана банда. Значи, игра се дешава у Алтернативном Советском Савезу 1955. Године, у коме је
Sovjetski savez, lider na polju primijenjene robotike, Sovjeti politbiro izvozi robote radnike širom sveta i na pragu je da postigne globalni komunizam. Да где я только нет. Ну, в Китае, может, и нет. Предприятие 3826 располагается не так далеко от земли Союзного Китая. Мне нравится дух этих людей. И говорят, там красиво. Не врут. Я тогда просто деревенской травницей была. Нет, уж без тебя вышел. Вечный пламен советского народа. Товарищи, настанет день, когда человек создаст дружелюбную атмосферу на Луне, Марсе, Венере и других планетах нашей Солнечной системы. Лаборатория будущности. Не проходите мимо, товарищи! Взгляните воочию на модель Вселенной. Место, которое вы вправе назвать. Вы можете задавать мне любые вопросы касательно звездного неба. Здравия желаю. Майор Нечаев по личному указанию товарища Сеченова. Добрый день, товарищ майор! С праздником! С днем рождения коллектива! Угу. Я безмерно рад. К делу. У меня мало времени. Разумеется. Перед вами будущее советского образования. Личная разработка академика Сеченова «Полимерное просвещение». Миновали дни, когда граждане СССР должны были тратить годы на посещение учебных заведений. Сегодня достаточно сделать инъекцию нейрополимера, содержащего информационные знания, например, физика... Могу я слушать русский целый? И вы образованы. Гражданин, хотите Ускоро. Получить корейский язык или получить степень по ядерной физике? Может, желаете обучиться игре на пианино? С запуском коллектива 2.0 такие ну, так знания что? Будут доступны каждому! Ой, да-да-да, знаю-знаю. Можно пропустить эту прелюдию? Простите? Ну, конечно. В вашем случае потребуется что-то более... действенное. Однако инъекции нейрополимера все равно понадобится. А товарищ Сеченов знал, что вы придете, и уведомил меня о вашем прибытии, агент П3. Возьмите эту капсулу. Эту капсулу? Сейчас видите, как изла бионичка рука, нанорука, рукавица заправо, у кой је смештен овај AI конструкт с којим разговарате. Charles или Храс на русском. Только Добро. Что вы добавили в свою перчатку функцию сканера. Сканирующие пространство датчики перчатки посредством нейрополимера установили через вашу нервную систему прямую связь с полимерной сетчаткой ваших глаз. Ретина. Сканер активируется специально предназначенным жестом. Вы Давай. Офигеть, блин, кто придумал этот жест? Святая Инквизиция? Добро, сканер, Очтись, дочь моя. Хочу заметить, что это очень удобный жест. Он был разработан нашим лучшим специалистом в области передовой методологии абстрактной интерпретации авангардного абсурдизма. А можно мне такую же травку, как у него? Мне показалось, или минуту назад вы сказали, что у вас мало времени. Слушай, заткнись и сканируй, не мешай разбираться с оборудованием. Теперь... у вас появилась возможность видеть скрытые от глаз объекты. Возможно, это поможет вам в будущем. А сейчас не смею вас задерживать. Добро, ему дали. Дорогие товарищи! Напоминаем вам, что выступление академика Сеченова вот-вот начнется.
Ja, ovo je pionirski slet, pionirska robotska parada. Ah, impresivno. Znači, intro je super efektan, igra izgleda prelepo. Kad sam prvi put ovo video, pao sam na dupe, zaista. Tako fino uljuljka u ono što će što vas očekuje da... A, ovaj, Politbiro je stigao, čajke su tu. Отрадно видеть, что вы никуда не торопитесь, товарищ майор. Ваша машина уже подана. Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова. Вы звучите как поляк. Я, натюрлих. Люблю это место. Который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво сделано. Наш лифт только что прибыл. Представляю вам устройство будущего. Нейронный коннектор, посредством которого вы станете важнейшей частью коллектива 2.0. Ибо самая важная его часть – это люди. Высокоразумные индивиды, объединившиеся в единый могучий разум, не знающий никаких преград. Я, иначе, не волим ютубера и стримера, кои... Osjećaju potrebu da stalno nešto da prdaju i da brbljaju i da se trude da ne prestanu da prdaju. Ekstremno me nerviraju, tako da ako vas brine to što ćutim, to je zato što vas respektujem i želim da vidite sve ovo i čujete. Znači, sa time se, u vezi toga se stalno svađam sa Aškovićem koji je pristalica laprdajuće teorije. I kao youtuber nikad ne sve da prestane da priča, ono... Jedan mi je skoro umro od gladi, ali nije neko da je glada, znači ta Sofron je Leghorn varijante, fuck off statistine, realno. Вот это размах. Наука – это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Кроме болтовни всяких электронных перчаток. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Код принят. Автомобиль ожидает вас внизу. Не задерживайтесь, у вас мало времени. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Спасибо, гений. Без тебя бы я точно не догадался. Ай-май-май, вот то, браво. Сеченов на связи. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортеры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы отстроили себе отличный город будущего, шеф. Во всем Советском Союзе такого не найти. Я отстроил его не для себя, а для людей. Человечество стоит на пороге великих открытий. Однажды мы отправимся еще выше, к звездам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они будут повсюду и станут отправной точкой в далекие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку увидеть свое величие. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. Фантазии и наука идут рука об руку. Большинство современных изобретений были давно описаны в книжках научной фантастики. Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний, Петри. Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, в мире есть и те, кто стремится разрушить мечты. И тогда на сцену выходят такие люди, как ты, Сергей, чтобы защитить человечество в его предназначении. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Надеюсь, до этого не дойдет. Но обо всем по порядку.
Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова и проведет в комплекс Вавилов. Это понятно? Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сажусь в машину. Турбина. Как ли, отсебо сам советский автомобильчич метальный, что мечало, да, оно, из Русии 80 неке. Мала црна чайка изгледала исто овако. Ко зна где то сад? Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Мы желаем вам приятного полета. Ну так что? Так, ну радио-то здесь должно быть. Весь Советский Союз ликует в связи с обновлением коллектива 2.0. Парады прошли во всех крупных городах страны. Да, я только что оттуда, не надо. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной рабочей силы. Мы заготовили достаточное количество устройств мысли. Дефицита быть не может. Успокоил граждан города Озерск, председатель горосполкома товарищ... Можно уже просто музыку? Другое дело. Inače, ovu igru je radio ruski tim koji se iz Moskve pre par godina preselio na Kipar. I sad, oko toga su se formirale kontroverze, pokušavaju da ih canceluju kao što su, pokušavaju da canceluju Hogwarts Legacy. Vogue retardi. Što vi сказали? Я говорю, связь шалит. Но спасибо, Герр Штокхаузен. Все инструкции академик Сеченов мне уже выдал. Вам не кажется, что это было уже слишком? Не кажется. Даже не знаю, почему ваш ответ меня совсем не удивил. Наверное, потому что я не уважаю шестерок и прохиндеев. Скажите, не сочтите за труд, а вы вообще хоть кого-нибудь уважаете? Уважаю, конечно. Дмитрия Сергеевича, например. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение. Ты мне лучше вот что скажи. Какого хрена мы летим на привязанной к роботу Колымаке? Что, нельзя было вызвать с базы реактивный самолет? Перемещение на автомобилях турбина – это дань традиции. Память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось, и мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Ну ладно, допустим. А почему вашу традиционную Колымагу тащит робот, который носит название «Шмель», но на самом деле похож на летающую свинью? Летающую свинью? Вы где-то видели летающих свиней? Летающую свинью. А вы случайно не встречались летающие? Вон те, что ли, на Кондоре? Я вижу, там какой-то гений вроде тебя забыл установить забор. Ну так они сейчас и полетят вниз. Товарищ майор, с учетом ваших вопросов у меня возникло предложение. Давайте так. Вы будете действовать, а думать буду я. Да пошел. Заткнись. Лучше дай послушать. О чем вы собрались слушать? Что вы тут не видели за столько лет? Я тут никогда не был. Не мешай. Кто тут ни разу не был? Вы? Я, твою мать. Ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю. Извините. Go, ajmo još malo i počinje akcija. Akcija šibanje, šoranje, špionaža. Вас приветствует аудиогид предприятия 3826. Скоро мы прибудем в точку назначения. Расчетное время прибытия 11:47. Температура за бортом. Плюс 26 градусов Цельсия. Легкий ветер. Перед вами мост «Союз-Гранит», проходящий над озером Лазурь и соединяющий два важных полигона предприятия ВДНХ и Сахалин. При помощи железнодорожного сообщения, основанного на принципах магнитной левитации.
могли. Передовой технологии конструкторского бюро «Челомей». Личные разработки профессора Лебединского. Профессора Лебединского. Сейчас вы можете наблюдать работу автоматической фабрики по сборке роботов и сортировке комплектующих для нужд комплексов предприятий. Такие фабрики могут самостоятельно регулировать и выполнять до 100 заказов в час, управляемые удаленным узлом нейросети «Коллектив 1.0». Prepustite se povetarcu. Ja sam se prepustio. Научный центр Сеченов. Основной модуль обработки радиосигналов и управляющий орган узла нейросети. Сейчас мы пролетаем над солнечными фермами подсолнух, способными питать электричеством весь комплекс ВДНХ, находящийся здесь же парк Дружбы народов, близлежащие поселения и железнодорожные нити Маглев. Такими железнодорожными станциями, позволяющими с комфортом перемещаться между комплексами, пронизано все предприятие 3826. Минуя величественную стелу «Призыв Родины», посвященную победе Советского Союза во Второй мировой войне, возведенной по указу партии в 1949 году, мы перемещаемся к территории комплекса «Вазилов», место сельскохозяйственных и аграрных. Мой попагай подъем для опорного. Доброе! Наблюдаете стеллу «Серб страны» по эскизам скульпторов Мухиной и Кибальникова. Нейросеть «Коллектив 1.0» при помощи роботов самостоятельно возвела стеллу в 1951 году. Можно отметить, что это первая в мире совместная работа человека и машины. Vidite, za neke zapadne standarde ovaj uvod je prilično dugačak. Kao da igra želi da vam stavi do znanja, ovo nije tipična stvar. Ovo će biti nešto sasvim drugačije. Ali nećemo se ovdje rastati, daću vam priliku da vidite malo gameplaya. Samo kad se major probudi iz nesvestice. Major, inače ušte ne izgleda kao Rus, izgleda kao neki beltaloda iz CRS stanice u Expansu. Znači, ta frizura i brada.
Pogled. Kakav crni Rus. Nema ruske feature se. Ну так что, говорил. Черт, как же болит башка. Да-да. Давай, Секирот. Волшебник, я АП-3, прием. Сынок, ты в порядке? Я в норме, шеф. Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть. И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой. Da ti pomognem, Baki. Nećemo diramo svinju. Svinja nam ništa nije skrivila. Idemo da vidimo. Prijenaš tebe! Ej, perčatka, slušaj vas, Майл. Što je известно об объекте задания? Виктор Петров, главный инженер сети коллектива 2.0, был своевременно выявлен и арестован за предательство Родине, после чего был отправлен на принудительные работы в комплекс Вавилов в качестве заключенного. Понятно. Разберемся. С чего начать поиск? В данный момент Петров находится где-то на территории подземного комплекса Вавилов. Необходимо найти способ попасть внутрь. Пошли искать. Эй, мужик! Иду, ты там живой? Твою мать, да отвали ты! Прокати робот хочет нас убить в клоню, брат. Пошел нахер, сука! Я у бабы. Чуть ты рот раззявил. Чуть не нахлебался там. Руку давай. Не ожидал просто. Ты будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. Ага. Не за что, молодой. А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я? Я Зина. Баба Зина. А больше тебе знать не обязательно. Баба Зина. Ладно, понял. А что у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей. И те, кто не успел скрыться, им... Каюк! Мне бы оружие раздобыть. У тебя есть что-нибудь? У меня есть. Но я тебе своей не дам. Под нами есть комплекс. Вот спустишься туда, там и оружие найдешь. Комплекс? Вавилов? Мне как раз туда. А он прямо под нами. Я тоже туда иду. Там вроде безопасно. Твою мать! Пчела! А, чтоб тебя! У нас 30 секунд, двигаем! 30 секунд до чего? До полного пиздеца, блядь, сынуля! До полного пиздеца! Полного пиздеца! Не работает! Иди сюда!
сюда, Громила! Иди сюда! Быстрей, 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 быстрей! Ну-ка, бери этот ключ и крути вправо! Сука, вправо! Да, вот так. А я их пока задержу. Мать, да ты при арсенале, блин! Ты что задумал? Так. Два дня вы мне покой не давали. Получите! Чтоб вас собаки драли! Черт! Да ж! Я бы попробовал не реально, калашников себе набить тик-таку нахуй за главу. Ключ держи! А я уж тут сама. Pali jednu cigaru. Jaj. Utvarjamo se, jedan bilj. Spoko. Необходимо найти способ открыть бронедверь. Без тебя вижу. Есть тупый совет? Лучше расскажи про этого Петрова. Как его вычислили? Предатель Петров был распят Михаилом Штокхаузеном и арестован бойцами отряда «Аргентум». А здесь он как оказался? После суда Петрова вернули в комплекс «Вавилов» в качестве заключенного для дальнейшей работы. Что, во всем Советском Союзе больше никого не нашлось для этой работы здесь? До запуска коллектива оставались считанные месяцы. Меня с главного инженера не имело смысла. Петров должен. Проверните ветер! Дверь откроется! Да, ой. В уничтоженных роботах находятся капсулы с непрерывным, нейрополимерным, реанимационным медикаментом. Извлеките а вот все аудиологовые. Используйте для экстренного восстановления повреждений. И мы их на десятина только не играем. Собирать прочие ресурсы, встречающиеся на пути. Ты зачем это включила, а? Да. Напоминаю, ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком Ярова Абалакова для хранения имеющегося инвентаря. Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его исходный размер в момент извлечения. Угу. Чудеса науки. Фантастика, да и только. Борис Муравьева, велено так при вашем появлении. Приказ у меня документировать. Ну так и документируй себе, а меня записывать не надо. Пропусти, говорю, я по делу. И не товарищ Ефим Муравьева, а баба Зина. О, сумка летела. Баб Зина, ну распоряжение сверху, не могу. Чё это? Всю дорогу я тут ходила, а сейчас не велено. Слушай сюда, либо ты меня сейчас пусти, либо я потом пройду, а штаны просиживать здесь уже другой человек будет. Ну? Проходите. Так-то лучше. Свободен. Хорошо. Как советский ученый,
Я всегда считал себя атеистом, но сейчас могу сказать лишь одно. Это поможет нам всем Бог. Мы заблокировали фуникулерные тоннели магнитной дверью. Не знаю, как долго мы сможем сдерживать этих роботов внутри комнаты. Ваня, мне показалось, или тот куст переместился? Ваня! Ваня! Ваня, Ваня. Мой милый Ви, оставлять сообщение таким образом тоже стало опасно. Это последнее. Готовься. Я организую документы и приду за тобой. Твою мать, какого хрена здесь все везде заперто? Как только роботы стали нападать на людей, был активирован экстренный протокол. Территория предприятия 3826 блокирована, включая пути локдаун. Ну и как мне открыть эту дверь? Что-то не так. Naš major je ponovo u nesvesti, ali ajde. Nek se odmori malo. Солдат, очнись. Супер, еще чуть-чуть. Ты как? В норме. Сколько пальцев видишь? 4. Отлично, вставай. Мне нужна твоя помощь. Это еще кто двое такие? Мы принесли тебя сюда. Зажми рану. Зажми. Это на твоей совести. А ты еще кто? Врач. А имя у тебя есть? Сейчас мне не до любезности. Зажим. Зажим, 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 принеси там. Сейчас. Это здесь откуда? Быстрее. Ну что копаешься? Нейрополимерная капсула. Она не нужна. Как тебя зовут, док? Я Лариса, много вопросов. Так, ладно, держи тут все сама, куда, разберешься. Куда? Она бесполезна, нет оборудования. Уже есть. Отлично. О. Хоть что-то сделай. Много вопросов задаешь. Пригнись! Лариса! Я не хочу умирать! Да! Охренеть! Надо избегать луча! О, некий СС-робот, а? Это что за монстр в двери? Замок? Да неужели? Открывай уже. Давай быстрее, время уходит. Не могу помочь в этом вопросе. У меня нет функционала для взлома замков. Вам придется самостоятельно отыскивать способы взлома. Не сомневаюсь, что вы окажетесь... Иначе ових локова, ових пузли везенных за вратами на десятина, может, чак и сто. И ово био наједноставнији тип, где само ово треба да набодете... Refleksna svetla, znači ima posle i onih koji zahtevaju logiku, a to je da čovjek popizdi. Za onako, ako mrzite puzle, bit će vam nametnute. Ni k dobru. Raz, što tam za dvirju vpredi? Sudja po glasu Eleonora, očin opasni protivnik. Nora je inače oružani vendor, koji je istovremeno i perverzni robot. Sad ćete da vidite na što mislim. Твою мать! Че еще за херня? Ах, какой мужчина! Обожаю ты душе! Ой, позволь тебя кровать! Дорогой, не надо сопротивляться! Тебе понравится! Не позволяйте ей связать вам руки! Да я...
Да я пытаюсь! Не видишь? Тросы стальные! Отнесите меня к ее сенсор-манипулятору! Скорее! А-а-а, как волнительно! Непокорная вас нынешняя меня заводит! Сейчас я тебя заведу! Как добраться до тебя? Ах, какой сомнительный! Обожаю мачо! Я вся горю! Ближе! Я не дотягиваюсь! Сейчас стараюсь! Сильная тварь! Я к твоим услугам, милый! Мечтаю порадовать тебя. Что я могу тебе сделать? Да. Скоро вам будут доступны и другие умения, а сейчас выберите шок. Шок. Так уж и быть. Теперь дайте, я покажу, чем на самом деле профессионально занимаюсь на данном предприятии. Я уж видел, ебаный пирог. Буквально. Я открою вам окно модернизации. Горячее, но я способна на гораздо больше. Да, да. Какая непристойность. Ты помнишь? Ой, да можем осуществить его. Тебе понравилось, милый? Sada im da li imam dovoljno da napravim pušku. A imam pušku, sačmaru. Dobro, još bolje onda. Even better. Снаряга. Товарищи, вы же говорили, что знаете, как обходить камеры. Я думал, что настоящий профессионал действует значительно тоньше. Иногда приходится действовать по-другому. Со мной не такое было. Так. Balističko oružje je efikasno, ali pošto nikad nećete imati dovoljno municije da biste se rasipali, morat ćete da pazite što radite, koga gađate, kad gađate i zašto ga gađate. Perčak. Hrast, tovarišć major. Kako vopće etmu Petrovu udalozi slamat kolektiv? Predatel zelstvoval ne jedan. On vstupil v zgovor s neskolkimi prestupnikami. Tak ih neskolko? I gdje ostalne? Успешно нейтрализованы. Но добраться до Петрова без вашей помощи не представляется возможным. Поэтому вы здесь. Ovo je bio mali EMP blast. Koji postaje uporedo sa aktiviranjem nadogradnji i postaje nešto na što ćete se oslanjati tokom većeg dela igre. Što je ekstremno koristan. Ima mali cooldown i proizvodi dobro dejstvo na robote. Mislim, roboti nisu jedini protivnici, ali ih ima ubedljivo najviše. Tako da... loše reaguje na elektromagnetni impuls. Sad da vidimo, smo ođen bili. Da, ovdje se treba... Treba se da pregledam... kuda... Kako je povezan ovaj lift? Prevezan... Nije, mislim da se do njih spratio, treba pogledati. Tvoju mati, skoliko vremeni sil potom idio na remont sila? Saglasen. Печальное зрелище. Но в любом случае роботы восстановят поврежденные помещения очень быстро. Да что-то я сильно сомневаюсь, что с ними потом здесь захотят иметь дело. О. Он не через руку, но... Вот
definitivno nije ova rupa. Možda bude? Da. Подсобка на замке. Как, блин, приятно. Тут щелчок пальцами не поможет, нужен ключ. Раз. Дай догадаюсь. Ты, конечно же, открыть этот замок не можешь. К сожалению, нет. Но я могу поставить вам отметку, где искать ключ. Он должен быть где-то неподалеку, в рабочем помещении. От тебя начинает появляться глаза. Это радует. Добро, дай ключ. Найдемо ключ. Tu, hvala Bogu, sam već očistio malo pre. No tak štuh raz. Aha. Dajemo še sa ovdje ovo. Ключ е... Ключ найден. Теперь мы сможем попасть в электрощитовую. Ага. Только сначала я тут хорошенько осмотрюсь. Нужны запчасти для модернизации оружия. С таким дерьмом я много не навою. Не буду помешать. Это правильное решение. Доброе, могу, да? Поймаемо. Так, вставляем печеньку. О! Даже замки любят печеньки. Крас! Слушаю вас. А ты любишь печеньки? Это лазерное реле системы пассивной безопасности. Знакомая штука. Тут требуется цветовой код. Кодов у нас, к сожалению, нет. Поэтому попробуйте подобрать его логически. Что, правда? А я-то собирался стоять в порядке. Питание установлено, можно возвращаться. Порядок. Значит, и постои и великий брой терминала, кое можете читать, али... Я сам махом прискакал. Журечи, да... Спичим овую игру, что пре. Предлагаю в правой. То есть ты не в курсе. Тогда я пойду в левый. Ну? Для облегчения навигации я пометил вам, куда нужно идти. Я вообще-то не тупой. Сам разберусь, как именно мне выполнять задание. Я лишь хотел упростить вам задачу. Ты мне ее серьезно упростишь, если перестанешь лезть под руку. Что, бро? Пусть мы просим. Как говорится... Ааа, что все забаговало. No, dobro, ovo je možda trenutak kad bi trebalo stati da vam ne spoilujem previše, a? Ovo je bio Atomic Heart, sovjetski Bioshock.